В городской администрации прием провел первый заместитель главы Шамиль Халитов. Очередь из желающих попасть на прием выстроилась задолго до назначенного времени. По словам Шамиля Халитова, заранее заявилось только 9 человек. Но в этот день он принял всех, даже без регистрации. Что мы ожидаем? Вот по предварительной записи, которая есть, в основном ко мне приходит с обращением по социальным вопросам. Но, естественно, значит, есть вопросы по благоустройству города, по дорогам, по состоянию дорог, по очистке дорог. Но больше всего, как я курирую основной социальный блок, много вопросов, значит, по судьбе, значит, детей, детские вопросы, есть вопросы, связанные с алиментами, есть вопросы по устройству детей в детские сады, но есть также вопрос, ожидая вот по предварительной записи, по судьбе интерната. По мере возможности мы сразу будем решать, если нет, будем подключать соответствующие службы города для того, чтобы просьбы людей удовлетворить.